Всем привет, дорогие друзья, с вами Мсидимат. Сегодня веселые будни ППС, надеюсь, вам понравится. У меня нету ПТ. А где наши веселые эти чуваки? Я уж хотел стрелять. А где наши эти? Кто псих? Я псих? Я не псих. Я не псих, я шизанутый. Саш, выйди на 5 минут, выйди на 5 минут. Спасибо. Смотрите прикол, смотрите прикол. О! Женя, все, это моя жена, пошел в жопу. Я, правда, с ней знаком 2 минуты только. Спорим, вот смотри, спорим, она докажет, что я и это... А, да легко. Горько, горько, видишь, как... Видишь, как умеем, да, вот видишь, так умеем. Да не ломай, ты... Как ты это сделал? Сделай еще раз. Серега, сделай. Ладно, Саш, пока садись в машину, тут иногда небезопасно. Вот это ты гибкий, конечно, да. Вот это ты гибкий. Стой, стой, ну что ж ты творишь? Я же... Что ты творишь? Что ты творишь? Что ты творишь? Зачем ты это творишь? Нет? Смотрите. В это лицо. На это лицо посмотрите. Вот смотрите, как. Смотрите, в этом лице. Тут видно страдания и боли. А, наш лейтенант просто чокнутый немного. Я не чокнутый, я еб... Ну да, как-то вот так. Да-да-да-да-да. Меня просто один раз фура сбила, а потом еще и автобус переехал. Мы бежим, мы бежим, мы бежим, но не добежим. Бля, я какой, о! Красава, Джо, красава, всех порешали, молодцы, вообще, могём. Хотя тупо все ВЧ разбили, конечно, во они... Слабачки, но ничего, мы русские, мы можем, мы вообще, ребята, да. Перелази сюда, мы тебя не убьем, я тебе отвечаю, я вот, клянусь тебе, я даже патроны сейчас выкину. Все, у меня осталась только дубинка. Я не шучу, не шучу. Вот они, патроны. Все 60 штук. Ой, зачем я сказал? Гаси его нахрен! Я вообще-то не один на ВЧ. Я не вам говорю. Он один на ВЧ, за это вам дают. Минимум трое. Слушай, а как тебя зовут? Конечно. Как тебя зовут? Ну, а ты что, не видишь? Я вижу твою страшную голову. Меня Левон зовут. А меня Гриша Измайлов.
Ну и всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я над этим видеороликом очень долго старался и надеюсь, вы оцените мое творчество. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был МС Диман. Всем пока.